Всем привет! Сейчас будем обезвоживать вот этого рыженького красотуна. Детей уберите от экранов. Процедура не для слабонервных. Каутер пока греется. А мы будем стричь башку. Башку стричь. Такой вот машинкой. Он будет, конечно, вертеться, крутиться. Он может даже поорать, ему совершенно не больно, но так как я держу ему голову, он может повозмущаться. Или голову, чтобы нам видно было, где у нас рожки растут. Сейчас начнем прижигать. Все, отдыхаем, отдыхаем. Отпускаем, отдыхаем. Да, пари. Отдыхаем. Отдыхаем. Сейчас посмотрим. Когда орешь хорошо, значит живой. Нет, еще не отошло. Будем на второй заход. Я прижгла на второй заход. Видите, кожа ходит ходуном. Значит, все будет в порядке. Те разы я убирала эти штучки. Последние разы не убираю. Посмотрела видео, как прижигают рожки на выставке молочного козоводства. И решила, что не нужно их убирать. Чеми-спрей. Глазки прикрываем. И хорошенько забрызгиваем и козла, и себя. Ну, и руки трясутся у меня, как всегда. Ну, что поделаешь, надо привыкать к таким процедурам, если иметь вот этих животиночек, вот таких животиночек. Сейчас его отпустим, посмотрите, как он себя будет вести. То есть он проорался, пока процедуру делали. Все, сейчас он уже оживший, да. Сейчас мы уже жрать хотим, да? Жрать хотим. Куда убегаешь? Ай, мама тебя заморала своей рукой. Всем спасибо за просмотры. Пока-пока вам. Видите, какая красивая. Долго отмываться будем. И козла немножко где-то подморала. Вот мы. Живы-здоровы. Всем пока-пока.